каждый из вас отстаивает честь, защищает честь своего учебного заведения. Руслан, расскажите, пожалуйста, о вашем противостоянии с университетом Петра Мироновича Машерова. Мы будем сражаться. Довольно сильные соперники с Машерова, мои знакомые. Я с ними тренировалась вместе с ребятами. Также и за технологический университет тоже мои знакомые, те, с кем я тренировалась. В общем, борьба будет интересная, соревнования интересные. Хотелось бы выиграть. Вот, кстати, это видимище самые, сказали, массовые у нас легкоатлетический забег. Как к этому относится мероприятие? Нужно, не нужно, полезно проводить? Сроки может изменить? Ну, сейчас у меня как подготовительный сезон идет. Сейчас даже можно пробежать эту дистанцию 200 метров. Как бы для себя, но и за университет. В общем, это нужно, мне кажется, и интересно. Наши эстафеты, которые мы сегодня проводим, ни в коем случае нельзя назвать как каким-то неинтересным мероприятием, которое себя там начинает изживать, хотя это 24-й раз проходит. А наоборот, всегда что-то новое, всегда что-то интересное. Но сегодня погода немножко, может быть, нас не совсем радует. Но как в футболе, так и в легкой атлетике матч состоится в любую погоду. Вот. И самое главное, что интересно в этой эстафете, это то, что участие принимают как ведущие спортсмены нашей страны, члены национальной сборной, так и дети, которые готовы пойти в секции, готовы заниматься легкой атлетикой и защищают честь своих учебных заведений. Девочки, ну как же это для Нью-Йорк Таймс?